Власть народа, лучшее территориальное общественное самоуправление выбирают в Нижнем Новгороде. Председатели ТОС сегодня представили итоги своей работы в Нижегородской мэрии. Конкурс на лучший совет ТОС будет проходить 2 дня. Активисты расскажут о своей работе, а после этого экспертная комиссия подведет итоги конкурса. Главные критерии оценки – востребованность мероприятий, которые были проведены для жителей, умение активистов ТОС привлекать жителей к участию и выстраивать отношения с другими организациями-партнерами. Кстати, в этом году территориальное общественное самоуправление отмечает свое 25-летие, а конкурс «Лучший совет ТОС» проходит уже 20 лет и является ежегодным. На данный момент в Нижнем Новгороде работает 64 ТОСа.